Хочу вам рассказать об очень хорошей траве, один из первых медоносов, который растет у нас в Сибири, в Западной Сибири. Это медунка мягчайшая. Еще народное название ее йод-трава или легочница. Это одно из первых растений, которое появляется буквально после схода снега и которое можно употреблять в пищу для салатов. Вот я показываю вам ее. Это соцветия цветочки, синенькие цветочки, стебли. Бывают не распустившиеся в начале, потом распускаются до синеньких цветочков. Медунку применяют в пищу как основу витаминных салатов. В ней содержится очень много микроэлементов, марганца, рекордсмен по содержанию марганца, хрома. Имеет название легочница по той простой причине, что применяют в медицине, в народной, как лучшее средство при легочном туберкулезе у детей, как средство для смягчения мокроты при отхаркивании, при бронхитах, при фарингитах, ларингитах. То есть быстро лечит охриплость голоса. По весне заготавливают ее, срывая под основание. Вот таким вот образом. Затем сушат в тени. Сушат в тени до состояния высушенного, примерно 8-10%. И заваривают далее, как чай. Также исследовали ее свойства, как антикоагулянта. То есть средство для предотвращения образования тромбов в крови, сгустков. Превосходит даже по этому действию аспирин традиционный, который плохо влияет на желудок. Это отличный антикоагулянт. Исследовали томичи, Томский университет, биофак в свое время. И просто вкусная трава. Это самый первый первоцвет. Нужно торопиться, заготавливать.